Так, ну что, это было вопросом времени. Понятно, что разбор этого альбома однажды должен был у меня появиться, и так получилось, что это будет сегодня. Это будет в прямом эфире, это все происходит на стриме, подписывайтесь на Twitch. Группа «Порнофильмы» — альбом в диапазоне между отчаянием и надеждой. Сегодня вы выбирали группу, я выбирал альбом, который буду разбирать, и я выбрал вот тот, который, наверное, больше всего от меня ждут, потому что это самый известный альбом, это альбом, с которого влетела абсолютно популярность группы «Порнофильмы». У меня выходил раньше топ их песен, но никогда ни один альбом этой группы мы не слушали с вами вместе. Будет ли запись на Ютубе? Сразу. Значит, я со своей стороны сделаю все от себя зависящее, но если правообладатели группы «Порнофильмы» заблокируют запись, записи не будет. Запись будет доступна платным подписчикам. Обложка альбома сразу наводит на нужный лад. Начинаем мы с песни, которая, по-моему, была у меня в топе песен группы «Порнофильмы». Открывающая композиция альбома с жизнерадостным, как мой худос, названием «Россия для грустных». Мощная такая открывашка для альбома. У меня самое яркое воспоминание, связанное с этой песней, это Армения, март 22 года. Я вот только приехал в Армению, может быть, апрель, самое начало апреля. Мы вот приехали в эмиграцию, приехали никуда откуда, и там был концерт на троих: «Порнофильмы», «Нервы» и «Фейс». А, нет, пизжу, не Армения, это была Грузия. Это было в Тбилиси. Это было в Тбилиси, потому что мы туда приезжали, и мы жили в отеле.
Вот почему-то так получилось, что из всех, блядь, доступных апарт-отелей в Тбилиси мы заселились в один отель с Фейсом. Вот это была, конечно, неловкая встреча перед лифтом. Я помню, что я шел на этот концерт. Юля тогда не хотела ни на какие концерты, плюс был совсем грудной викуша, поэтому я шел на концерт один. И чтобы вот настроить себя на правильный лад, я иду по Тбилиси, который я совершенно не знаю, я вот первый раз вижу все эти пейзажи, и у меня в наушниках играет «Россия для грустных». Идеальная открывашка для альбома, вот правда. И, судя по чату, просто чат наизусть знает каждую строчку. Вот, у нас тут фан-клуб порнофильмов в чате. Несколько, значит, фан-фактов об альбоме. Да, значит, во-первых, альбом был записан благодаря краудфандингу, то есть фанаты проспонсировали запись альбома. Причем они записывали его, блядь, левой пяткой на коленке на репетиционной базе, вокал в шкафу писали. Вот прям атмосфера настоящего панк-рока. То есть это буквально на репточке записано. И вся прибыль от альбома пошла в фонды помощи взрослым больным онкологии. Это, кстати, очень круто, потому что это очень большие бабки. То есть я думаю, что этот альбом прям много принес. Ну, слушайте, у этой песни только в YouTube-музыке, которая, мягко говоря, не самый популярный стриминговый сервис в мире, 5 миллионов прослушиваний. У некоторых песен тут по 9 миллионов прослушиваний, а тут еще на альбоме есть как бы суперхит «Я так соскучился», у которого 62 миллиона в одной только YouTube-музыке. Там страшно представить, что вместе с Яндекс.Музыкой, с Spotify и всеми прочими площадками набралось. Почему встреча неловкая? Да не, ну это как бы фигура речи, просто, ну, последнее, что ты ожидаешь, спускаясь с женой и грудным ребенком на лифте в отеле на завтрак, это столкнуться лицом к лицу с рэпером Фейсом. Вот. Она, ну, неловкая, наверное, не самое правильное слово, это была очень внезапная встреча. Ну, то есть он там был с компанией, я с женой на завтрак шел, там, как бы, не то чтобы мы с ним общались, но впечатление было такое, воу, окей. Вот, у этой песни пишут 10 миллионов в Spotify. Опять же, это только в Spotify. Яндекс.Музыка там вообще, наверное, страшное что-то. Вторая песня гораздо менее популярная. Она, кстати, судя по YouTube-музыке, одна из самых непопулярных. А вторая по популярности с конца. Это песня для пацанов и девчонок. Да, важное уточнение для тех, кто, ну, совсем не в курсе. Альбом 2017 года. То есть это момент, когда гибридная война с Украиной уже в таком очень полуспящем состоянии. То есть там все затихает постепенно. И уже там плавно какие-то даже надежды на какое-то нормальное будущее появляются. Маховик репрессий еще не раскручен. Так, как сейчас. Даже близко. То есть это еще такое... относительно спокойное время. Потому что как раз закручиваться он начал где-то со второй половины 17-го, и там в 18-м году уже набирать обороты стал по новой. Понятно, что репрессии были, понятно, что и война была, но все это было больше фоном, чем реальностью.
кстати, по-моему, как раз в 17 году, вот это, лишь бы нас не взрывали нигде, по-моему, взрывы в питерском метро, это как раз вот тот год. Скорее всего, это по свежим следам. Вот несмотря на весь этот разухабистый вайб, по голосу же слышно, что это вопль отчаяния, что это перечисление всего того, чего у нас с вами не будет. Это вот... Вообще, в целом, этот альбом, это просто в палату меры весов, насколько идеальным может быть название альбома. Вот часто названием альбома выбирают какое-нибудь красивое словосочетание, или, ну вот, просто чтобы гуглилось хорошо. А вот здесь название идеально точно передает суть всего альбома. В диапазоне между отчаянием и надеждой. Название альбома — его же идеальное описание. Вот прям муа! То есть, как бы есть на это робкая надежда, и пиздец, как хотелось бы, но чё-то, сук, не верится. Праздничный торжественный тост за нормальных пацанов и девчонок. Песня почти молитва, конечно. Ну вот, наверное, самый разносящий меня — это третий куплет. «Россия, чего ты так ярко горишь, но не греешь? Ты душу в золу выжигаешь, но чаще клеймишь. Трясемся, теряя тепло у кривой батареи, но как же мы постарели, постарели, но остались с детьми». Да. Просто на разрыв. Почему именно эта песня одна из самых менее прослушиваемых, я не знаю. Может, потому что болючая слишком, но это странно, потому что вообще болезненных песен в этом альбоме хватает. Но почему-то ее слушают чуть ли не меньше всех. Да, «Взрывы в питерском метро» я помню, потому что я чудом проскочил. У меня тогда как раз было две поездки на метро. Я одну сделал там... Пошел куда-то, куда мне надо было, а когда собрался ехать обратно, как раз вот пока я вышел на поверхность, прогремели взрывы. И причем они прогремели ровно в перегоне возле станции, на которой я находился в тот момент. Так давно это было почти. Ну, хотя, блин, 7 лет прошло. Да-да-да, это был перегон «Сенная техноложка», я на техноложке тогда был. А
А вот третья песня, по поводу нее очень много писали под топом песен порнофильмов, которые я составлял. Почему там нет этой песни? Не попала. Но, тем не менее, песня «Русский Христос». Басец такой прям. Вот на этой песне, это сложные эмоции у меня вызывает, но на этой песне, я вам уже говорил, что у меня часто так бывает, я слышу какую-то музыкальную часть, подсознательно заменяю тембры. Но вот конкретно на этой песне, просто попробуйте проделать то же самое упражнение, и вас торкнет, скорее всего, как и меня. Попробуйте поменять тембр голоса и очень сильно изговнить инструментал, и все это переложить, как будто это песня группы «Гражданская оборона», и это орет Егор Летов. Насколько это вообще по-другому и при этом уместно будет работать. Ну, это вот к вопросу о том, что некоторые замечали, что происходило уже тогда. Не все молчали. Да. Благослови, взорвется русская весна, мы все в крови, нам оправдание война. Русская весна — это, собственно, обозначение начала войны с Украиной в 2014 году. Многие тогда ее так называли. И да, мы все в крови, нам оправдание война. В золоте по неспасенному миру русский Христос идет, продавший идеалы, продавший ценности, продавший собственные убеждения, зато в золоте. Да, всем командирам по новой квартире, плачущей матери цинковый гроб. Видно, какой заноза это для Володи было в те годы. Я думаю, кстати, что для него еще большей занозой было то, как все это сходит на нет. Как все вокруг живут так, как будто этого не происходит. Как будто все закончилось. Ничего на тот момент не закончилось, оно затихло. Оно стало уже не таким волнующим, не таким острым. Но это же все было.
не является публичной офертой, но актуальна до сих пор. Связкам больно. При этом вот тут есть часть экспириенса прослушивания без текста, потому что, естественно, как и многие люди, я в основном песни слушаю, ну, не глядя в текст перед глазами. И аудиально там так зажевано, что первый раз я абсолютно искренне, он же последние строчки меняет, идет на грядет. И я каждый раз последнюю строчку воспринимал как русский пиздос грядет. Потому что там вот зажевано было очень. Система. Мне очень больно слушать Володю Котлярова из-за вот этого надрыва фирменного, что он делает со своими связками. То есть это безумно узнаваемая фишка, это безумно выделяет его среди прочих, но как же это травматично и как же у самого соднить горло начинает, когда это слушаешь. Затянется круг знакомых, их выдает выражение глаз. Живой снаружи, в области сердца сломан. На пьяной кухне общих друзей случайная встреча, разговор по душам, удары в грудь. Я такой же, как все, мне просто надо семью содержать. Да ты чего, братишка, я свой, такая просто работа, но настанет момент. Ау! Система жить ради себя! Система жить ради себя! Система жить ради себя! Система жить ради себя! Система жить!
Вот эту композицию я воспринимаю скорее как повод к диалогу, чем непосредственно музыкальное произведение, потому что это размышление в аудиальной форме. Это размышление про две параллельных реальности, которые когда-нибудь в будущем неминуемо придется соединять. И как это возможно? Как это возможно соединить? Как с этими людьми, блядь, по одним улицам ходить? Ненароком руки им сжать и так далее. Это... Понятно, что это вопрос, который многих из тех, особенно кто рассчитывает вернуться или кто остался, он, ну, звучит, если не вслух, то в голове все время. Все эти упыри же останутся. Все будут говорить, что, ну, эта работа была такая. А мы в ту сторону не смотрели. Мы же все это видели уже на примере других. И... Понятно, что если ты хоть немножко рефлексируешь, этот вопрос у тебя возникает. Дальше нас ждет одна из самых красивых песен на этом альбоме. Ну, я даже странно себя чувствую, проговаривая фразу, что она болезненная. Оно все болезненное. Тут не болезненных песен нет. Но при этом это красиво. Наши родители, это сводит с ума.
Забавная деталь, почти каждая песня в альбоме заканчивается 10-секундным утиханием, просто удар по струнам и секунд 10-15 утихания гула струн. Каждая практически песня так заканчивается. Тут, наверное, важная ремарка. Мы абсолютно хуй клали на то, что автор хотел сказать своим произведением. Занавески были синими. Тут важно, что каждый из нас находит для себя в песнях, потому что понятно, что песни обрастают новыми смыслами, тем более, ну, 7 лет прошло с момента выхода альбома. И сейчас она еще сильнее ощущается в контексте, как ни странно, первого куплета. Я вот отмечал третьи куплеты, но, во-первых, здесь, конечно, ниточка к песне «Русский Христос». Страшно, что настанет тот день, когда умрут наши родители. Это сводит с ума, ведь, по правде, мы так и не выросли. Но там в начале, в первом куплете, есть строчки по поводу того, что я так боюсь, что наши руки просто расцепятся, я так боюсь, что мы изменимся, но по отдельности. И вот сейчас, в контексте разлуки, разрыва с самыми близкими людьми, с родственниками, с друзьями, с единомышленниками, это совершенно по-другому звучит в эмиграции. Вот что я скажу. Вот про это чувство удаленности, изменения по отдельности и разрыва с родителями, которые не разделили какие-то самые важные ваши человеческие установки на то, как работает мир. И родина-мачеха, которая лает с обочины, превратившись в абсолютно неприглядное и опасное существо. Это, конечно, сейчас зазвучало гораздо пронзительнее. И часто так бывает, что альбом получает название по какой-то песне. Песня называется «В диапазоне между отчаянием и надеждой». Но песни с таким названием в альбоме нет. И более того, вот понятно, что мы смотрим на альбом как на готовое произведение, ну и фантазируем, а что могло бы быть. Но в этом альбоме есть отдельная песня «В диапазоне», есть отдельная песня «Надежда». Мне пиздец как не хватает здесь песни, которая просто называлась бы «Отчаяние», чтобы это все собралось в единый пазл. Но тем не менее, следующая песня — это «Надежда». Песня «В диапазоне» будет позже. Как позвала за собой на край света звезда. Мы были тенью в углах, остались светом в проемах. Мы были эхом от стен, остали песнями вдаль. Бежим, бежим из ниоткуда в никуда. Горят глаза и горят. We'll be right back.
полная поезда. И опять утихание на 15 секунд. Если у вас возник вопрос, что за фотография появилась на экране, это про единение комьюнити и все прочее. Это фотография с момента исполнения этой самой песни на концерте группы порнофильмы в Ереване, кажется, где в центре зала с флагом бело-сине-белым стоит мой дорогой модератор, моя подруга Ася. И сейчас у нас вообще единение, потому что и она сама на стриме присутствует, и даже ее мама на стриме с нами сидит. Вот такой у нас между собойчик сегодня. Происходит вот такая фотография. Вот. Это просто кадр исполнения этой самой песни на концерте группы порнофильма. И это мой модератор. А вот следующая песня была в моем топе. Песен порнофильмов. И она, конечно, сейчас прозвучит. 2017 год, группа порнофильмы. Песни «Громче бомб». Такая очень приятная ностальгическая отсылочка на бременских музыкантов. Песню,
Угадайте, как заканчивается песня. Опять один повисший аккорд. Как справедливо в комментариях замечают, это еще и помимо там интертекста на бременских музыкантов, это, конечно, интертекст на очень нежно мной любимую, не перестану вам ее рекомендовать, песню группы «Тараканы» «Тишина — это смерть». Если не слышали, обязательно послушайте, вот прям рекомендация от меня. Замечательная песня, без относительно того, что сейчас с группой «Тараканы» происходит. Наверное, лучшая их композиция, в принципе. Ну и вот мы подобрались к условно заглавной песне этого альбома, которая называется «В диапазоне». Отдельно, кстати, насколько вкусный такой вот полый и выделяющийся на общем звуковом фоне снейр. Вот малый барабан прям в этой конкретной песне офигенно звучит. Здесь, извините, я возможно, кому-то сломаю восприятие песни, но еще раз, я не контролирую это. Иногда мой мозг заменяет тембры одной группы на тембры другой. Вокал одного человека на вокал другого. Вот все то же самое. Послушайте мысленно, представляя себе, что это песня группы «Король и Шут» с вокалом группы «Король и Шут». Получится ядреная такая кишовская страшная сказка. И вперед по новой жить. И вперед по новой. Диапазон между отчаянием и надеждой. Нас, как и прежде, перед надеждой. За ноги больная земля. Мы остаемся, чтобы терпеть и топтать сугробы. И гибель прыжком из гроба на голос до боли. В лазаретах, вот это, ну это же прям горшковская манера, только вот этого его зевка не хватает, просто более низкого голоса еще вдобавок. Ну вот это же прям «Король и Шут». Сейчас вот на Летове чат был со мной согласен, здесь они против, а я все еще слышу здесь «Король и Шут». Молясь,
любовь и вперед по новой жить. И вперед по новой. Даже звучит как концовка песни «Дагон». Не закрою дверь. Кстати, первый раз за альбом «Кафф Лужалетом» песня кончилась. Спрашивает, это их самая популярная? Нет, нет, ты что, гораздо популярнее, я так соскучился. Гораздо популярнее. Я даже не уверен, что это вторая по популярности. А, нет, так она вообще, она даже не пятая по популярности. Да, 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 она... Значит, я так соскучился... В диапа... А, не-не-не-не-не, стоп, туплю, не туда посмотрел. Нет, она вторая. Она вторая, да. Я на соседнюю посмотрел. Я посмотрел на ту, которая сейчас будет играть. Да, она вторая. Странно, мне казалось, «Россия для грустных» популярнее, ну ладно. Это вторая по популярности. Никто не вспомнит. Такой тягучий прям риф. Die!
Дамы и господа, экзистенциальный панк-рок. Такая щепотка экзистенциального надрыва посреди альбома, уже во второй его половине. Она, конечно... Она чуть уводит для меня альбом, на самом деле, в сторону, потому что... Я понимаю, что автор хотел сказать своим произведением, на мой взгляд, но... Оно просто чуть другую степь альбома уводит для меня. Да, для полноты картины, для ширины повествования это нужно. Но это, наверное, вот тот момент... Я не первый раз слушаю этот альбом целиком. Правда, последний раз давно слушал. Но уже не первый раз именно на этой песне у меня есть ощущение, что вот альбом затягивается. Ну, песня больше 6 минут идет. И... Она, во-первых, очень длинная, во-вторых, она вырывает тебя немножко из контекста, в котором альбом был до этого. И ты в этот момент начинаешь чувствовать так, что-то не то пошло. Лично мое ощущение. Но по сути сказанного-то я согласен. Да, так все и обстоит. Жизнь вообще тяжелая и бессмысленная хуйня довольно. Другое дело, как ты это принимаешь, потому что каждому этот удар держать самостоятельно. И для каждого это в какой-то момент становится кризисом. Ну, для тех, кто до этой мысли вообще доходит. Но для меня вот, наверное, на этой песне начинается момент, когда такой, ну, подзатянули. Выйди из комнаты. И вот чувствуете, да, как по настроению поменялось сразу от вот этого экзистенциального пронзительного вокала и невеселых размышлений, как нас обратно рывком в альбом возвращают, обратно в месседж, в основной вот этот вот разухабистый посыл альбома. Здесь же очень много, помимо отчаяния, отчаяние, конечно, сквозит в каждой песне, но и надежды, причем надежды такой очень специфической, то есть в альбоме очень много вот этого эсхатологического восторга, вот этого ощущения, что... Все вокруг настолько страшно и настолько необратимо, неостановимо, что это завораживает и побуждает тебя жить в моменте, жить здесь, сейчас. Вот это чувство, когда ты смотришь, как что-то огромное и величественно рушится, и тебя это завораживает. Вот этим чувством альбом пропитан.
минуты. Знакомый мотивчик, да? Выйди нахуй из комнаты! После предыдущей очень нужная, очень к месту находящаяся в альбоме песня «Поджопник». Вот если песня «Громче бомб» — это своеобразный ответ, который скорее вторит песне группы «Тараканы», «Тишина — это смерть», то здесь это возражение. Это возражение, понятно, на одно из самых известных стихотворений Иосифа Бродского. А постфактум уже мы его воспринимаем как возражение Noize MC, который записал песню «В темноте», но песня «В темноте» была позже. То есть вот тут важное «но». Песня «В темноте» Noize MC вышла после этой песни. И понятно, что здесь он как бы в контрапункт идет. Ну такая. Песня «Поджопник». Только ты в каждом воплощении, только ты в каждом сновидении.
Эта песня, конечно, подводит нас к той, которая будет через одну. Но между ними всунуто вот это. И это, вот, ну, сразу предупреждаю, это самая непопулярная песня с альбомом, с отрывом. Типа в полтора раза популярнее, вторая с конца. Вот прям с отрывом самая непопулярная песня этого альбома. Сейчас попробуйте догадаться, почему. «Давай притворимся» называется. Какая политика? Ну что ж, этот момент настал. Мы с вами подобрались к той самой песне, которую многие ждут. Я не возьмусь говорить, самая ли это популярная песня группы «Порнофильмы», учитывая сейчас актуальность и злободневность песни «Это пройдет». Тут надо по разным площадкам посравнивать. Но вот подспудно есть какое-то ощущение, что самая популярная песня группы «Порнофильмы», потому что так как хитовала она, не хитовала ни одна их песня никогда. Длиннющая, как ёб твою мать, красивая, семиминутная, пронзительная. Я так соскучился. Динозавриков в чат. We'll be right back.
Пялятся на мириады зеркал, рвутся в любовных пожарах петарды сердец. Стенка за стенкой, душа за душой тоска тянет болотную топь заколдованных мест. Я же тебя никогда никому не отдам. Пело сердечко и плакали гордые ты. Наши тела мы могли отыскать по следам, если бы мы не забыли оставить следы. И вот, кстати, сейчас, слушая эту песню, я вдруг вижу влияние, я вдруг вижу, кто прям стоял над Володей Котляровым, эфирным сгустком, когда он это писал. Это, ребят, Владимир Семенович Высоцкий. Послушайте. Послушайте, сколько в этом наследия Высоцкого. Причем поздний Высоцкий, вот уже умирающий. По следам, если бы мы не забыли оставить следы. Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии провода в небо только в нем мучиться. Проносится ночь, на вечности черная разлука обрушится вновь. Так почему же мы все разбегаемся прочь, зная, в каком направлении наша любовь? Мы друг для друга давно стали как зеркала. Видеть тебя и все чаще себя узнавать. Нитью незримой нас намертво сшила игла. Так больно, когда города нас хотят разорвать. Знаешь.
Но вот конкретно она заканчивается утихающей мелодией и вокалом, сходящим на фейд. Одна из самых болезненных, одна из самых прекрасных песен группы «Порнофильмы». Вот это, конечно, надо было ухитриться написать. Интересно, что Володя Котляров чувствовал, когда он ее написал, потому что часто так бывает, когда ты сперва еще до конца не понимаешь, что ты написал, и постепенно, по мере того, как ты осознаешь, что вообще у тебя лежит на столе, ты... ну, начинаешь испытывать мандраж. Такую песню писать страшно. Потому что это, конечно, что-то, чего порнофильмы не писали ни до, ни после. Да, я специально сделал чатик только для смайликов, чтобы вы, сволочи, не подпевали, знаешь, я так соскуфился, потому что если я буду ржать в процессе прослушивания трагичной и красивой песни, это будет как-то не камильфо. Вот, пишут, у нас в поселке в глубинке ее даже бабульки хором пели. Эту песню слышала каждая собака. Дайте мне эту гифку. Ребята, вы знаете, что делать. Гифка 2017. Как раз после стрима донаты включать буду. Можем насладиться. Там уж можете подпевать, сколько влезет. И финал альбома. Последняя песня. Закрывашка. Песня «Перемены». Помните припев первой песни этого альбома, чем альбом открывался? Это «Россия, Россия для грустных. Ни выбора, ни перемен». Песня «Перемены». Разве повод скоро бежит?
Поскольку альбом все-таки называется в диапазоне между отчаянием и надеждой, то именно вот эта жизнеутверждающая концовка — это то, что ему так было нужно. Вот нельзя было заканчивать этот альбом на «Я так соскучился». И где-то почувствовав это, Володя Котляров заканчивает его вот этой песней, которая духоподъемная, жизнеутверждающая, все еще болезненная, все еще надтреснутая, но уже собравшаяся в кулак. Вот этот альбом заканчивается идеально, он заканчивается ровно так, как должен заканчиваться такой альбом. Это великолепная закрывашка. Вот такое у нас сегодня получилось прослушивание совместное. Замечательный альбом. Альбом, абсолютно заслуженно принесший всероссийскую популярность группе «Порнофильмы». И разбирать какой-то другой альбом, не разобрав этот, я посчитал неправильным, потому что этот все-таки главный. Хорошо, если теперь у меня на канале будет его разбор. Уважаемые правообладатели группы «Порнофильмы», не баньте его, пожалуйста, нахуй никому не надо. Вот это вот все говно с ограничениями. Будет ли запись на Ютубе, ребят, зависит от них. Я со своей стороны все сделаю, мы нарежем, выложим. Забанят, значит забанят. Вот, спасибо большое, что пришли. Спасибо, что слушали его вместе со мной, обсуждали, разъебывались, динозавриков присылали. Было круто.